Такие останутся надолго. А первое, это самое интересное, было в Киеве, когда я побывал в Клоузере. Это прям меня вот просто поразило. Второе, это было на Бали при первой поездке, когда мы были на водопадах. И третий раз, это было буквально в этом году, это в Нуса-Пенида тоже, когда мы были на Бали. Но я не думал, что в принципе так быстро, и четвертый раз что-то меня так впечатлит, как Нью-Йорк. Самое интересное, что этот город я вообще не люблю. Он слишком большой, слишком быстрый, тут куча народу. И по тем фильмам, которые я смотрел, в принципе, это не тот город, в котором бы я хотел жить. Но самое интересное, все получилось не так, как я предполагал. Как только мы вышли с автобуса, просто эти здания, эти люди, эти трафик, мы в 6 утра приехали сюда, это просто невероятно. Я просто ходил с открытым ртом, смотрел вот так вот, и фоткал буквально каждый момент, потому что вот одно дело, когда мы в фильмах это видим, второе дело, когда мы там даже на фотках это видим, ну, третье, когда ты оказываешься в каком-то центре оазиса с кучей людей, просто вот с таким вот бешеным трафиком, это просто круто, невероятно. И самое интересное, что у нас отель только с 4 часов дня, и у нас есть реально полдня. С 12? Ну, с 12, неважно. И у нас есть реально полдня просто вот так вот походить без цели, без каких-то там топовых мест, как там Square Garden, либо пойти на какую-то там площадь, либо увидеть мост, либо еще что-то. А реально мы можем просто ходить по улочкам бесцельно и наслаждаться какими-то реальными теми видами, которые мы не планировали. Самое интересное, что вот мы буквально прошлись полчаса-час, встретили кучу полицейских, встретили кучу каких-то рандомных людей. И самое интересное, что это очень прям интересно. И вот Нью-Йорк продолжает насыщать какими-то новыми событиями. В общем, буквально 2 часа в городе, а уже эмоций больше, чем за всю Америку. Вот так вот. Наблюдение в большом городе. Мне самое интересное, как так бывает. Количество людей, которые бегают, просто зашкаливает. Но самое интересное, что скорость бега средняя порядка, наверное, в 2-3 раза ниже, чем у нас люди бегают. Что самое интересное, каждый третий, четвертый, насколько жирный, такое чувство, что это либо первый день его пробежки, либо второй, но точно не больше. И люди, которые подкачаны, они видно, они с такой нормальной скоростью бегают, прям вот видно, они там заряжены, и не первый раз. И, большинство людей как раз вот не таких, а как раз таких, которые ходят либо пешком, либо делают имитацию какого-то бега, чисто, не знаю, поддержать тренд, либо с понедельника, сегодня же понедельник, да? Вот, все, с понедельника я бегаю. Вторник. Наверное, с понедельника не вышло, либо это второй день, все, вот. Я теперь спортивный, модный, молодежный костюм одел, все, погнал.
Ну, вот, кстати, вот с таким видом бегать, я бы, наверное, тоже вот каждый день бы бегал. А, и у нас, да, такого нет. It doesn't even matter. Сегодня и только сегодня Артём идёт с Русланом по Times Square. Руслан, расскажите про ваши ощущения на Великой площади, которая самая популярная площадь. Она величественная, она непревзойдённая. Здесь много всего интересного. Вот играют барабанщики. Много рекламы не бывает. Тут... Кроме рекламы, есть реклама, реклама, еще много телевизоров реклама. И еще раз реклама. Очень много рекламы. Да. Хотелось бы, конечно, рассказать более информативную информацию, но кроме рекламы, в принципе, здесь ничего нет. Поэтому знаменитый хард-рок кафе, уличные музыканты, который играет ради травки, девушки легкого поведения и много полиции. Вот так вот на красный могут сбить. Руслан, тебе нравится Нью-Йорк? Расскажи ваши впечатления по поводу первого дня в Нью-Йорке. Мы еще и под дождь попали. В целом я доволен. Город активный, динамичный. Можно успеть многое за короткое время. Развивающийся, самое очень, главное. Да. На контрасте главное. Что еще могу добавить? Много, ну, как было сказано ранее, много рекламы. Не очень информативной, но как есть. Ой-ой. Yeah. Ох, вот такой. Джокер. Это на контрасте. Идешь, и как бы. Иди помоги ему. Сейчас мы идем на... Что, куда мы идем? Я уже забыл, куда мы идем. Vessel, потом Highline. Vessel, потом Highline. Не знаю, что это такое. Вот Vessel. Вот Vessel, собственно. Руслан, расскажи, что такое Vessel? Это чудо дизайнерской мысли. Я смотрю на нем... На него можно подняться вверх. Это Нет, это обозрительное место, наверное. То есть... Просто вышка для обозрения. Именно. Вот, так слушай, и бесплатно. Или нет? Или платно. Это как украинская. Украинская корова. Размалевка. Давай. Шли по пешеходной дорожке. Я только сейчас заметил, что внизу есть рельс. То есть реально тут ходил раньше трамвай. Они убрали трамвайный путь. Построили вокруг новых кучу зданий, новых. Какие-то жилые комплексы. И реально сделали, облагородили, и теперь крутая пешеходная дорожка прям до центрального парка. Очень классно. Прям возле этого трамвая были здания, притом старые. Окна прям выходили на эти трамваи. Они сохранили эти здания. Посмотри на эту плитку. Какая лет. Это жесть просто. И они реально просто сделали дорожку, паяли. Оставили вот эти рельсы, которым я не знаю сколько, сотни лет. И ты идешь и видишь и старый мир, и новый мир. Справа офигенное новое здание. С
слева просто старое здание, которым, я не знаю, уже по лет 100, если не больше. А, и все это еще украшено облагороженными деревьями. Какой-то, знаешь, новый мир, старый мир. Это еще, походу, одна остановка. Сейчас мы находимся возле памятки 9 сентября. На этом 11. Месте... 11 сентября? Да, 2001 года. Секунда, ладно, давай. Так, go. Сейчас мы находимся там, где 11 сентября случился террористический акт, и два здания Хамлера ушла. Обвалились. И мы находимся на этом месте. Вот. Здесь построен фонтан на месте каркаса одного из зданий, который обрушился тогда. Я помню, кстати, я в тот день пришел раньше с урока, по-моему, у меня был волейбол. Это 2001 год был. И это реально было жутко, потому как в одно здание сначала, а потом во второе реально врезались два самолета. Я представляю, что на этом месте было, сколько тут было полицейских, сколько тут было людей. Это просто какое-то невероятное. А, я вообще думал, что два бассейна, но, скорее всего, один бассейн такой сделали. И с левой стороны просто памятник жертвам, которые умерли в тот день, а вот точнее с левой стороны. А с правой стороны по кругу каркаса этого здания имена тех людей, которые погибли. Каким-то образом так они хотели показать всех тех жертв, которые в тот день были в здании, работали в том здании, а также спасали людей, которые были закрыты в здании и там умерли, либо уже от самого погрома здания, либо же от задохнулись в лифтах от угарного дыма и так далее. В общем, жутко, учитывая то, какие огромные здесь здания, какой был вообще масштаб разрушения рядом стоящих комплексов. Это, конечно, ужас, ужасная трагедия. И все-таки я был прав. Вот второй бассейн, как я и думал, вместо... Это уже рядом стоящее здание, которое было разрушено вторым. Тут такой же аналогичный бассейн, который как раз и показывает объемы катастрофы, которые были. Они совсем рядом, буквально 50 метров друг от друга. Итак, дамы и господа, впереди мы наконец приходим к нашей финальной точке второго дня. Это Бруклинский мост. Мост описан во множественных фильмах, художественной литературе, а также фильмах, которые имели и имеют важную культурную и историческую значимость Нью-Йорка. Каждый год... А идем вообще-то мы делать фотку. Once upon a time in America. Будем идти между домов с видом на Бруклинский мост и будем фоткаться, так как на обложку фильма, потому как мы суперстары, суперзвезды.
Итак, дамы и господа, мы находимся на Бруклинском мосту. Бруклинский мост, освещенный фонарями... Фонарями наших сердец, надежды и любовью. Итак, с левой стороны мы видим священный храм, с правой стороны концертный холл. Так что ты шутку такое? Также с правой стороны Нью-Йорк. Сверху тоже Нью-Йорк. Весь Всевышний освещает Нью-Йорк. И мы тут такие идем по центру Вселенной, на свободной земле. Доброго времени суток. С вами мы снова. Мы сейчас на корабле, который идет на статую свободы. Мотор! Вот и мы добрались до последней нашей точки, или крайней в Нью-Йорке. Статуя свободы. Соответственно, мы идем на свободной земле свободного острова, свободной статуи свободы. На остров, чтобы добраться, нужно минут 15-20 проехать на перевозчике. Они его называют ферри. Я вообще первый раз это слово услышал. В общем, такое сленговое слово, мне кажется, это слово... Это не сленг, это английский. Ну, английское слово, которое когда-то будет, наверное, сленговое, потому что ferry классно звучит. Буквально в 15-20 минутах мы ехали на таком перевозчике. И фактически тут просто остров, искусственно, наверное, сделанный, облагороженный. И на острове музей свободы. И статуя свободы. Сейчас я выйду с парка, и можно будет увидеть ее. Вообще в фильмах показывают статую свободы более какой-то такой большой, великой. Сколько уже фильмов было снято, когда она падает, когда цунами, когда какие-то волны ее сносят, когда землетрясение, еще что-то. Но сейчас она вот как-то поменьше.